Вместе с нами была замечательная гамильчанка. И тот, кто читал наши статьи, знает, о ком я говорю. Светлана Скакун! Света, вам привет! Светлана Борисовна, STEM-амбассадор, заместитель директора по региональному развитию образовательного центра программирования высоких технологий, педагог дополнительного образования, обладатель гранта президента Республики Беларусь, город Гомель. И вместе с нами была целая команда от первого STEM-центра в этой стране из города Борисова. Позвольте мне представить наших дорогих, уважаемых, молодых, я скажу, коллег. Итак, вместе с нами был Константин Заяц, заместитель директора по воспитательной работе, средняя школа номер 20 и далее город Борисов перечисляем. Да? Учитель физики. Учитель физики обязательно. Это важно. Слышите, мы математики, физики, то есть разные предметы. Хорошо. Вместе с нами была красавица, умница Ольга Доманчук. Учитель математики, также средняя школа номер 20, город Борисов. Также здесь приехала к нам из города Борисова замечательная Надежда Прокопчик. Учитель начальных классов, и опять от нас намек, кто может быть теми самыми STEM-учителями. Да? К сожалению, не получилось приехать, ну, в силу объективных причин, но вместе с нами были еще два замечательных жителя Борисова. Это Ирина Чубис, учитель информатики. Давайте тоже передадим привет. И, так, у нас был еще Вячеслав Копытов, учитель истории и тренер по робототехнике. Ирина, ничего не перепутала? Все правильно. Как вам сочетание? Учитель истории и тренер по робототехнике. Такое тоже бывает. Ну и я, ваша скромная ведущая сегодня, Евгения Гущина. Ассоциация образования для будущего. На сегодняшний день я заместитель директора частной школы STEM-Bridge. А вообще по жизни учитель информатики, очень люблю свою профессию, а также активный, скажем, участник проекта EPAMGE Kids. Ну что, пожалуй, и начнем. Я передаю слово, я скажу откровенно, руководителю нашей делегации, назовем ее еще своими именами, Анжелика Мещерякова, старший преподаватель Академии последипломного образования. Давайте поаплодируем этой замечательной Академии, которая нас приняла сегодня в этой стране. Спасибо большое. А я бы хотела начать, к сожалению, нет этого человека, не присутствует в зале, но, наверное, если видео потом мы выложим в интернет, она увидит. С нами нет Алены Мельченко. И благодаря Алене, что она писала за нас заявку или искала
чуть дальше, вот идет немного истории. Началось все в 2000 году с учителей физики, которые собирались трижды в разных странах и проводили некий такой фестиваль по физике. В 2005-2007 году был впервые создан фестиваль этот «Наука на сцене», и там уже были включены все естественно-научные дисциплины. В 2008 году первый фестиваль, организованный страной и национальным руководящим комитетом. То есть, чтобы вы понимали, существует национальный руководящий комитет, в который входит по одному представителю от каждой страны, и они организуют, управляют вот этой всей махиной. 2011 год, 2013, 2015, презентацию я выложу в Фейсбуке, и тем, кто зарегистрировался, получит на свои электронные адреса все наши презентации, поэтому я вижу, что люди пишут, можно не писать, вы потом познакомитесь, будут все ссылки. Вот, 2017 год был в Венгрии, и вот 2019 год, куда мы попали. И более подробно уже будет о номинациях, о самом фестивале рассказывает Ирина. Я потом передам ей слово. А в 2021 году я очень надеюсь, что наша страна... И, ну, действительно, вот у меня есть очень такое глубокое убеждение, что наша страна в 2021 году представит уже своих первых делегатов на этом фестивале. И мы будем тоже вместе сотрудничать. Тем более, что... Или отпечатка, но я исправлю, или все-таки так показывают экран. С 2016 года могут подключиться неевропейские страны. И мы увидели наших соседей Украину, мы встретили Казахстан, с другого континента прилетела Канада, в качестве гостей была Бразилия, в качестве гостей был Китай, в качестве гостей была наша страна Беларусь. По-моему, еще Словакия. Так. Почему мы вот считаем, что пришло время в Беларуси создавать и подключаться? Вот немножко пройдемся по предпосылкам участия Республики Беларусь в этом фестивале. Ну, во-первых, конечно, все вы знаете, что был проведен конкурс. Ну, все, кто здесь собрался, хотя, конечно, республика не вся знает, что есть такой конкурс. Хочу учиться в STEM-классе. Созданы STEM-классы. На сегодняшний день уже открыто их. Помогайте. 17 официально. 18-й город Дзержинск, 4 декабря. Да? 18-й, хорошо. Создано сообщество STEM-амбассадоров. В прошлом году, в декабре месяце, 6 человек в республике получили вот такое звание, как STEM-амбассадор, и более 30 человек STEM-лидеры, которые вот и составляют эту основу. И в 2019 году был проведен первый летник учителя для учителей STEM-амбассадоров. Все нашли себя, смотрите. Это так здорово, когда действительно собрались учителя, болеющие одним общим делом, когда мы обсуждали во время отпуска, можно сказать, да, учились, и это здорово. Что еще есть на сегодняшний день в республике? Это наличие комьюнити, это сообщество в Фейсбуке, уже около 1000 человек. В январе я сделала группу общедоступную, и вот с января месяца в этой группе сейчас уже около 1000 человек. Наверное, все-таки тема действительно такая очень животрепещущая. В Вайбере группа участников летника создана, мы тоже там обсуждаем всякие новинки и интересности. И прототип сайта «Учителя для учителей», с авторами которого является STEM-учителя. Автором сайта является, как вы думаете, кто? Спасибо ей огромное за то, что она поддерживает и размещает там материалы. Ну и такое тоже, как я считаю, весомое, это участие международного.
нашего славного города Борисов. Как видите, тут не все минчане, и что на самом деле радует. Фестиваль первоначально имеет уровень республиканский, да, то есть должны, в общем-то, участвовать разные регионы. И Ирина нам сейчас немножко расскажет о том, как структура самого фестиваля. Да, действительно, фестиваль – это что-то огромное, что-то масштабное, и это такое взаимодействие учителей, их стремление к общению, к возможности обменяться идеями, и это то, что очень вдохновляет, и то, что позволяет находить контакты, взаимодействовать с людьми со всех стран. Это было 4 необыкновенных дня. Церемония открытия проходила, и весь фестиваль проходил в Иштариле, в конгресс-центре. Это большое здание, которое предназначено для того, чтобы принимать большое количество людей. Зал. В зале мы помещались все 500 человек, которые были на фестивале, они все были. Мы все сидели, мы участвовали в активностях. Как же проходил этот фестиваль? Ну, естественно, церемония открытия, причем церемония открытия на самом серьезном уровне, самым таким значимым выступлением было видеообращение помощника еврокомиссара с Евросоюза по образованию и культуре, которая обращалась ко всем учителям, которые собрались. Два вторых дня – это прежде всего ярмарка проектов, это презентации на сцене фестиваля до 20 минут, то есть каждое утро начиналось с того, что нам показывала какая-то страна презентацию, и мастер-классы. Мастер-классов было около 40, но записаться мы могли только на 2. И попасть на 2, потому что представляется такая масса людей, все хотят, всем интересно, мы записывали, стояли в очереди. Ну, где-то, может быть, и попадали на другой мастер-класс, но очень-очень много всего происходило. И самое главное, что здесь было, это ярмарка проекта. На фестивале было представлено 217 проектов из 34 стран. Причем из некоторых стран этих проектов было больше. Вот у украинцев было, наверное, 4 проекта. Кто-то представлял один проект. У кого-то было 3-4. Но, смотрите, вот это вот все огромное пространство, оно предназначено для того, чтобы люди ходили, подходили и общались. И даже когда жюри оценивало проекты, оно тоже подходило к учителям, которые их презентовали, и тоже у них спрашивало о проекте. И порой те люди, которые презентовали проект, они даже не знали, гость не подходит, член жюри подходит. Они рассказывали о том, что они сделали, в чем заключается суть его проекта. И эта выставка длилась 2 дня фестиваля, вот второй и третий день. Причем третий день, это день был открытых дверей, когда могли зайти посетить жители города или приехать с экскурсией и тоже пообщаться с учителями, приходили школьники. Причем на каждом столике стояли сладости. Вот такое условие было в фестивале, что привозите с собой угощение и угощайте. То есть можно было взять какой-то презент сладкий и вот послушать, о чем рассказывают. Что еще хотелось бы сказать? Вот то, что касается ярмарки проектов, вот, и когда я думала, о чем этот фестиваль, то я хотела сказать, что это не фестиваль школ, не фестиваль директоров школ, не фестиваль управленцев, это фестиваль учителей. И во главе всего у этого фестиваля стоял учитель, и тот результат работы, который он показывал, это место, где
учителя, те учителя, которые что-то реально делают, делают руками и делятся всем тем, что у них получилось. Чтобы попасть, конечно, проекту на фестиваль, Анжелика, скорее всего, расскажет, есть определенный регламент, нужен национальный отбор, и нужно жюри, которые независимые жюри из трех стран, не белорусское жюри, чтобы это все проходило на достаточно серьезном уровне. Но, смотрите, по фестивалю, какие там были представлены номинации. Номинации – это прежде всего наука в ранние годы. Ну, здесь такой перевод, но подразумевается, что это дошкольный возраст и начальная школа. То есть СЭМ-образование или научные исследования в начальной школе. Цифровая грамотность и, естественно, научное образование. Естественно, научное образование в интересах устойчивого развития. То есть цели устойчивого развития можно брать любой проект, делать, связывать его с естественным научным образованием, и это будет номинация фестиваля. Астрономия и освоение космоса. Ну, это есть школы, у которых более такое совершенное оборудование, и они могут заниматься вот этими исследованиями. Но самым интересным, наверное, вот номинация «Недорогая и переработанная наука». То есть вот это то, что сделано из бумаги и палок. И вот такого было всего очень-очень много. То есть такие вещи, которые найдены со свалок, даже проекты так назывались, то, что мы нашли вот на свалке. Еще инклюзия, конечно, и совместные проекты. Тоже очень интересное направление. Почему интересное? Потому что на фестивале создаются такие условия, чтобы взаимодействовали страны. И вот эта номинация, она, наверное, не случайно выбрана для того, чтобы как можно больше учителей объединить. Вот в результате победила Нидерланды и Германия. У них был совместный проект. И, то есть они сумели сделать тот проект, который вот, получился международным. Что касается проекта, мы со всей делегацией поделились по зонам, поделили зоны и проходили зоны более подробно, но потом знакомились со всеми проектами и вообще. Но вот смотрите по названиям. Игры со звуком, разноцветная химия. Вроде бы понимаете, что во всех проектах. Проекты, может быть, и простые, и опыты простые, которые мы видели, которые мы знаем, которые мы можем повторить, но между тем очень красивая упаковка, очень красивая история, которая связана с этим проектом. Тот же помидорный проект. Ну, дети вот, из Германии выращивали помидоры, но они так очень красиво описали, как они садили это зернышко, как у них росток вырос, вели дневники, как-то это красиво оформляли и так это все красиво представили, что вот получили возможность поучаствовать в фестивале. Проект «Математика в овощах и фруктах», он всего лишь заключался в том, что кожуру мандарина выкладывали и получали площадь. Кожуру апельсина выкладывали и получали площадь. Но все равно даже такие вот вроде бы простые проекты, они очень красиво представлены были. Ну вот еще тоже несколько проектов. Смотрите, на нижнем, самый нижний слайд, правый, здесь роботы, сделанные руками, обыкновенная плата Arduino, программируется на Scratch, и проект назывался «Роботы, наука, искусство». Великобритания представляла этот проект. И
немножко хочу сказать о том, что было на презентации. Одна из презентаций, их было не очень много, что-то около порядка 10. Презентация тоже проходит определенный отбор, чтобы презентация попала на сцену фестиваля, когда эту презентацию слушает весь зал. Это тоже достаточно жесткие условия. И проект «Халивала идет учиться», ну, я думаю, что это традиционный проект по системе финского образования. Суть его заключалась в том, что ребята знают все исторический эпос Халивала, они взяли какие-то отрывки, какие-то моменты из этого эпоса и придумали научный вопрос, который старались разрешить. И все, что они делали по разрешению этого научного вопроса, они выкладывали на своем сайте. И один еще из проектов, на который, я думаю, стоит обратить внимание, это проект GoLab. GoLab – это интерактивная лаборатория, где собраны интерактивные задания, или даже, как они называются, интерактивные лаборатории, которые позволяют создавать тот контент, который нужен тебе именно к уроку. Причем он настолько межнациональный. Я посмотрела авторский состав, в этом авторском составе было более 40 стран. То есть составляют и на русском языке, и латыши, и литовцы. И получается, что очень много контента по различным вопросам. Вот здесь блокнот гипотез, то есть позволяет учащимся собирать гипотезы. Лаборатория гравитационных сил. Гравитацию изучают, кислотно-щелочные растворы. Опять же, лаборатория, которая позволяет решать какие-то вопросы на уроке, вот, связанные с этими растворами. Можно подключиться туда. Чем она хороша? Все англоязычно, еще шведский язык здесь есть. Но вся эта структура настроена так, что она автоматически переводится на все языки. И я там посмотрела, что вот российских проектов около 70, есть польские, есть украинские, и все проекты, вот весь, это такая большая глобальная система интерактивных упражнений. Можно разрабатывать свои лаборатории. Я заметила, что на церемонии закрытия даже были отмечены люди вот с Литвы, которые вот занимались большой разработкой этих лабораторий. Ну, вот на этом, наверное, я все, что я хотела рассказать. Спасибо большое, Ирина. Коллеги, когда каждый из нас немножечко расскажет, вы запишите какие-то вопросы, возможно, у вас возникают. Ну, в конце будет время, можно будет задать вопросы и обсудить. Хорошо? Сейчас я обращаюсь к Анжелике. Анжелика, как ты думаешь, получится у нас подключить нашу уважаемую Светлану Борисовну с микрофоном? Да? Хорошо, тогда сейчас мы передадим слово Ольге Доманчук. И Ольга пока к нам идет. Хочу вам сказать, что действительно на меня вот произвели больше всего проекты, о которых Ирина сегодня упомянула, которые из мусора сделаны. Потому что ну вот до такой степени бюджетно и столько идей, что ну я вот прямо, кто в этой секции ходил, помните, я про слона говорила, мы же там разных пытались все это собрать. Мы выложим ссылку, Анжелика даст на все материалы, которые мы смогли накопить. Присмотритесь, очень рекомендую. А Ольга нам расскажет о чем? О математике. Отлично. Скажите, в зале есть учителя математики? Да. Всем привет. Ну, я думаю, что выступление, конечно, было очень много важного, было очень много интересного, но мне хотелось бы с вами поделиться тем, что мы можем учителя математики использовать в нашей работе. И я вас хочу познакомить с учительницей из Испании, город Мурсиан. Зовут ее Ирина Виталь-Легас. И она рассказывала о всем нам знакомой теореме Пифагора. Она говорила о том, что нас с вами учащимися виртуально переехала в город Кротон и
создала там пифагорское сообщество. И они с ребятами провели целый день под девизом «Все есть число». Вот как это не включить, да, это в презентации, это видео. А вот в презентации, да, ссылочку. 30 секунд. Вот, в общем, она переместилась с ребятами в этот город, и они после фестиваля уже создали видеоролик и выложили его на Ютубе. Он будет у нас в наших папочках, с ним можно будет познакомиться. Просто что меня впечатлило, как красиво учителями из Испании была обыграна наша любимая теорема Пифагора. Сейчас немножечко, вот они переоделись в соответствующие наряды, детки. Разработали музыкальную шкалу. То есть они играли уже не в знаменитых «Доре, ми, фа, соль, ля, си», а именно пронумеровали цифры и изучали музыкальное произведение с помощью цифр. А строили додекаэдр и изучали объемные фигуры. Иррациональные числа мерили друг друга, измеряли друг друга рост. Таким образом познакомились с иррациональными числами. Использовали 12 углов треугольника для того, чтобы познакомиться с египетским треугольником. Собирали пазлы. То есть они построили на сторонах египетского треугольника квадраты площадью стороны. И самое интересное, что эта презентация проходила на ярмарке, и наша учительница всем показывала, как они с учащимися доказывают теорему Пифагора. Сейчас вот этот момент будет видео. То есть она 4 дня подряд на ярмарке доказывала теорему Пифагора с помощью метода площадей. Что площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных на катетер. Вот они пригоняют эти шарики, и деткам наглядно и понятно доказательство данной теории. Информации, ее профиль, а также именно доказательства теории. Дальше я бы хотела вас познакомить с еще одним делегатом из Австрии, который тоже меня очень впечатлил как математика. Он проводил свой воркшоп, но мы, к сожалению, не смогли у него побыть, или Митром у него побыла на воркшопе. И Анжелика, да? Вот, ну, мы с ним познакомились вот буквально на ярмарке, пообщались 5 минут, причем что он говорил на английском, где-то на немецком языке, но настолько математически все понятно, и было настолько интересно с ним познакомиться. Вот он нам предложил такой калькулятор, ну, скажем так, старинный, да, потому что мы пользуемся калькуляторами на телефонах. И предложил сделать фокус, который мы можем предлагать нашим учащимся для развития познавательного интереса к математике. Я вас хочу попросить взять уже ваши калькуляторы на телефонах, возьмите, пожалуйста. Мы проведем с вами этот фокус. Готовы к причине примера? Загадайте, пожалуйста, любое число от 1 до 6. Поместите, никому не говорите, соседям, поместите ваше число в калькулятор 3 раза подряд, например, 2, 2, 2,
Хорошо слушать от очевидцев, да, и вот прямо эту энергию потрясающего профессора передают. Я тоже имела возможность подойти и чуть-чуть пообщаться с ним. Воспоминания самые приятные. Ну, скажу, что традиция фестиваля приносить национальные сладости. И вот в тот момент, когда мы ему подарили белорусские сладости, он счел возможным вот прямо на ходу сориентироваться, говорит, а я преподаю иногда в Турции. И выдал нам турецкий рулон. Так что Бог в деталях. Вот математика, и рядом были какие-то конфеты. В общем, вот так надо организовать мероприятие, чтобы всем было и сладко, и полезно. Ну и сейчас я с удовольствием приглашаю к нам на сцену следующую нашу участницу, Надежду Прокопчик. Это учитель начальных классов. И Надежда тоже увидела много интересного. Добрый день. Пользуясь случаем, хочу, во-первых, поблагодарить Марину Юрьевну и Ирину Викторовну за то, что они меня просто направили в нужное русло. И действительно, это только заслуга их, потому что я даже не представляла, что я когда-нибудь съезжу на такой фестиваль. Вот, учитель начальных классов, работаю в начальной школе, но благодаря им, то, что хоть я там и отказывалась много раз, говорила нет-нет, но открылся на базе нашей школы, на базе нашей школы STEM-центр, я там также работаю, и в начальных классах веду детей с крэч-программированием. Вот, и благодаря, наверное, только вам, спасибо вам огромное, что вы нас направили в нужное русло. Но я хочу вам сказать, что на фестивале, конечно, было очень много проектов. И так как я учитель начальных классов, конечно же, я искала те проекты, которые я бы могла связать с своей жизнью, использовать в своей жизни, поделиться с коллегами. И действительно, сейчас я никаких инноваций вам не расскажу. Я просто хочу сказать, что каждый педагог в Беларуси достоин в 2021 году быть на этом фестивале. Действительно, у нас очень много талантливых педагогов, у которых очень много своих проектов, и которые просто стесняются их показать. Я думаю, как я сказала Ирина Викторовна, красивая упаковка, хороший английский, и все. Но если даже нет английского, для меня, конечно, была очень большая проблема, потому что действительно я не знаю языка. В школе я учила немецкий язык, но действительно мы очень боялись, без Жени вообще нам было плохо, даже не заболело, но как-то выкручивались. Так, в любом случае. А с русом не будет. Вот, но все равно, благодаря Жене тоже очень нам много чего рассказала, спасибо ей огромное, потому что действительно, если участвовать в таких проектах, нужно знать язык, нужно стремиться к тому, чтобы его изучать. Вот, ну я сейчас вам расскажу о проекте, который поделились педагоги из Казахстана. У них назывался проект «Креативный пластилин». Значит, «Креативный пластилин» — этот проект у них нацелен на развитие.
развития абстрактного мышления у учащихся. Значит, сами педагоги, как вы сказали, они работают в частной школе, и у них 8 часов математики в неделю, 8. Очень много, да. Что они делают? Значит, они вообще, у них эта идея с пластилином появилась еще в старших классах, когда вот дети начинают изучать уже геометрию, и после того, как они изучили какой-то определенный блок по математике, они делают творческие проекты. Они тоже нам подарили несколько проектов, я вам покажу их, вы можете потом просто... Это творческие работы детей. То есть каждый ребенок в конце определенного блока выполняет какой-то творческий проект. Ну вот это вот для старшей школы, вот для начальной школы состав чисел с пластилином. То есть, казалось бы, что здесь сложно? Мне кажется, каждый педагог что-то на уроках такое применяет. Все просто, все легко. На слайде еще покажу их работы. Ну вот их работы и состав числа тела, и круги Эйлера. Различные проекты, те же теоремы Пифагора. Вот, значит, как сказали коллеги из Казахстана, что использование пластилина на уроках математики повысило интерес у детей к изучению математики. Детям очень, они даже ждут, вот это, когда уже блок пройдут, и представить свой какой-то творческий проект. Вот, и я спросила, для меня это, ну, никаких для меня инноваций не показалось. Ну, я про себя думаю, как вообще педагогов с таким проектом, вот, ну, можно представить, да. Они мне сказали, что вообще один из критериев – это минимальные затраты на какой-то проект, да. И, конечно же, чтобы была возможность осуществлять этот проект в повседневной жизни. Возможно осуществлять этот проект в повседневной жизни, да. То есть, пожалуйста, все реально, все осуществимо. Я думаю, каждый педагог может продемонстрировать и даже не хуже. Также вы сейчас увидите, вот мы познакомились с коллегами из Украины, здесь интеграция в математике. Значит, они также поделились идеями преподавания математики, но здесь больше, здесь акцент делался на работу с детьми, с детками, которые с аутизмом или какие-то материалы представлены, они сделаны своими руками. Ничего вообще не покупалось. Это могут быть какие-то мочалки. Вот мы в руках держим с Евгенией мочалку, изучаем доли. Обычная мочалка. Игры, выкладываем сердечко, да, это тоже вот эти наши игры. Да, да, называются они. Вот, поэтому это различные губки, мочалки, и тем самым детки это все трогают на сенсорную стимуляцию, да, которая помогает детям больше оставаться сосредоточенными, внимательными. Опять же, что... Какие инновации здесь? Нет никаких инноваций. Все достаточно просто, легко, опять минимум затрат и используется в повседневной жизни. Мир игр. Вот это тоже еще коллега из Украины. Также она рассказала нам, у нее было представлено вообще масса всяких образовательных игр, но которые используются для слепых учеников. У нее самой девочка-инвалид, тоже со зрением, ты на слайде ее можете увидеть. Опять же, все игры она делает своими руками. Вот, например, вот эти пингвинчики, просто Слад сейчас это не передаст, мне, к сожалению, нам не подарили пингвинчиков, но их можно было потрогать. На каждом пингвинчике были пуговки, вы знаете, как такие шершавые бумага, может быть, липучки. Вот, и дети, то есть, если слепые, они на ощупь, отличие, найди пингвинчика одного, второго, на ощупь пальчиками пуговки посчитали, а здесь две, здесь одна, значит... разные половинки. Вот поэтому все в наших руках. Не нужно бояться каких-то нововведений, нужно наоборот стремиться развиваться. И я думаю, что в 2021 году, уже глядя на эти проекты, кто-то из вас созреет и захочет участвовать. Спасибо. Спасибо большое, Надежда. Человек, который имел возможность чуточку по-английски задавать вопросы, я себе позволяла иногда задавать каверзные вопросы. Ну что, что зря ходить-то туда-сюда по территории. И, например, я спросила, а как же плагиат? А вот кто докажет, что ты там первый вот это вот сделал из пластилина или там из чего-то? На меня посмотрели как не слегка не в себе женщина. Они сказали, говорит, а это же учителя, при чем здесь плагиат? Каждый из них делает свой уникальный урок. Это не открытие нового элемента в таблице Менделеева. То есть суть в том, что каждый учитель по-своему сделал что-то вот такое вот, как целостный продукт, да,
значит, что он изобрел велосипед. Поэтому то, о чем сейчас говорили коллеги, суть-то была в том, что учителя общались между собой и показывали, ну вот как они по-своему видели этот мир. Не более того, да, то есть в принципе любой из нас мог бы участвовать. Женя, по крайней мере, я понимаю, что это была просто методика показана. Как этот учитель нашел какую методику и применяет им. То есть это чисто учительский, педагогический конкурс, можно так назвать, хотя там были победители, но у меня было четкое ощущение, что победили все, кто в принципе туда вот доехал, уже победил. Вот хоть гостем, хоть на полтабуретке, просто постоять рядом с этими людьми, пообщаться. И все. Да. И там вот Анжелика показывала следующий фестиваль в Чехии, да? Не так далеко, как Португалия, есть о чем подумать. Хорошо, давайте продолжим. И далее сейчас я приглашаю сюда нашего многоуважаемого коллегу из Борисова, Константин Заяц, учитель физики. Да, я с опытами. С опытами. Одну минуточку. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Константин, я из Борисова, средняя школа 20. Я в первую очередь, конечно, учитель физики и также преподаю робототехнику на данный момент в начальной школе. Меня, как педагога, интересовала, конечно же, в первую очередь робототехника и физика, поэтому я старался посетить все выставочные стенды, на которых присутствовало данное направление. И что касается воркшопов, я их посетил два. Один воркшоп был по психологии, он достаточно тоже был интересным для меня. Да, он был интересным, но, наверное, интересны были тренинги, интересные были задания, но тем не менее я посетил второй воркшоп. Это на стадии, вы видите, я попал в воркшоп в Словении, гимназия Лития, физика, информатика и ТТ. Да? Попал случайно, потому что когда мы регистрировались на проекты, то робототехника, STEM, они уже как-то даже смущались, но все ехали посмотреть STEM. И на следующий день, уже перед самым воркшопом, я зашел еще раз переписаться, и вот попал на этот классный воркшоп. Значит, Бранко Кокрилл Микар, крепость Гимлет. Ну, Гимлет, гимназия, Лития, это Словения. Значит, буду показывать. Мы пришли на воркшоп. Стояла вот такая штука. Кто-нибудь знает, что это? Учителя физики в зале есть. Вот, когда я буду есть. Вот. Вот стояла такая штука. Ну, мне как учителю физики, не ждите, учился приборы различные виды. Но было сложно догадаться, что это стоит на столе. Помимо этого был вот такой ключ Г-образный. Кадр из фильма, да? На котором написано PIN ID6. Пипетка. Так. И вот такое стекло. Простое стекло лабораторное. Я пришел заранее. Долго сидел. Смотрю на это ID и думаю, что там. Я и телефоном увеличиваю. И, ну, не видно ничего. Потом объясню. Напоминает мне сразу вспомнил университет, что-то связано со счетчиком Гейгера. Да? Потом думаю, ну, вроде бы не должны. И вот начался мастер-класс, начался воркшоп, пришел преподаватель, представился, с ним была та же команда его учеников, которые, собственно, весь воркшоп и провели. Значит, все оказалось намного лучше и интереснее, чем я думал. На данном столе стоял настоящий квест. Это квест по физике, который создали те же ученики. Что в этот квест входит, давайте будем разбираться. Значит, первое задание. Из того, что было, квест называется, а у кого клитер есть? Принц хочет спасти принцессу от пугающего дракона. Ну, любому ребенку будет интересно разгадать квест. Тем более, что в данный момент, мы знаем, многие платят за квесты деньги. Это квест, который сделали ученики. И для закрепления
всего для того, чтобы пипеткой взять воду и провести какие-то действия. То есть нужно было думать, и без фундаментальных знаний физики, наверное, ну, навряд ли кто-нибудь бы додумался. Я учитель физики, да, была небольшая преграда с английским языком, но логически. Но есть стекло, есть пипетка. Надо что-то делать. Создаем микроскоп. Потому что, значит, при помощи ключа мы включили. Здесь есть три отверстия, красное, синее, и аннулировать. А, объясню. Мы вставили, загорелась лампочка. Принцесса освободилась, да? Значит, загорелась лампочка. Что нужно было сделать? Мы вот этот пин кладем на лампочку. Ну и создать линзу, берем пипетку. Физика, 8 класс, 4 четверть, начало изучения темы цветовые явления, да, линзы. Капаем. Плоско-выпуклая линза. Гравитация. Плоско-выпуклая линза. Любой восьмиклассник, пройдя эту тему, знает, что делать. Для большего увеличения надо каплю, конечно, небольшую делать. Гравитация. Переворачиваем. Подносим, и получается настоящее увеличительное стекло. При помощи небольших манипуляций я не буду кого-то звать. Если кого-то будет желание, мы останемся после нашего семинара и мы попробуем. И находим вот здесь на стрелочку ID3ID есть, видите, на конце стрелочки есть квадратик. На этом квадратике нарисовано, написан пин-код. Пин-код был 6083. Я вел 6083, не прошло. Ну, тогда вел вот из этого ID 6683. Значит, внутри стоит сервопривод 6683. 6683. Открывается вот такая штуковка. Там стоит плата Arduino Nano. И, значит, мой пароль повернул сервопривод. Значит, для того, чтобы этот плата заработала, конечно, что нужно? Нужно знать программирование и уметь программировать. Поэтому студент, прежде чем создать эту коробку, за программирование на компьютере. Кстати, тоже есть скетч, который можно менять. У них много было вот таких кадров. Пароль можно, я уже пробовал тоже менять пароли. И детям даже в качестве примера, прежде чем приступить к выполнению квеста, ты должен решить пример, допустим, если не хочешь, чтобы он делал. И он решает пример, вводит пароль. Тоже такой вариант. Это уже я сам придумал. Потому что интересно. Дальше. Я прошу прощения, а на чем пишут, как они пишут на этом? Вы знаете, вопрос не задавал, да, но это просто получается как старые фотоаппараты. Фотографируешь, это фотопленка простая. Это фотопленка. Пожалуйста, можете посмотреть. Обычный кадр. Это кадр обычный. Так вам это все подарили или вы уже свое? Нет, мне повезло, мне это презентовали, чтобы я дома тренировался, но тоже с собой подарили, поэтому повезло, скажем так. Значит, открыв, я, чтобы не тратить время, открыв это устройство, первую дверь на пути к освобождению принцессы, я нашел там, чтобы тоже не тратить время, извините, я нашел на катушке намотанная медная проволока, батарейка, простая пальчиковая, и два неодимовых магнита. Ну, это такие, считается, ну, хорошие магниты. Что делать дальше? Тут вспоминаем третью, вторую четверть, раздел электромагнитное явление. Что надо сделать? Значит, помимо этого, внутри, обратите внимание, стояла вот эта, ну, назовем ее рычажок такой. Мы его отсюда извлекаем. Вставляем. Что нужно сделать? То есть нам нужно добраться до этой двери, чтобы ее открыть. Куда проникнуть? Ну, тут опять же возникает что? Логика. Берем катушку, закрепляем и сидим мотаем. Вот на это задание у большинства людей, люди были разных профессий, были психологи, были математики, не математики, биологи, химики. Ну, мы сидели, мотали вот такую делали катушку. Ну, это катушка. Магнит, две батарейки. Ну, что можно сделать? Я, например, уже знал, потому что мы на уроках физики, я думаю, все учителя, которые
магнитов на полюсах батарейки можно сделать электропоезд. Данная проволока при помощи электропоезда будет служить катушкой магнитной. Что получается? Магниты служат, создают магнитное поле, а батарейка создает, источник тока является. Ну, если правильно расположить, опять же, любой ребенок для того, чтобы это сделать и дойти до данного этапа, должен будет уже что-то знать, либо найти к этому ответ, и тем самым он обратится к учебникам и будет искать. Ну, электропоезд, много в интернете есть видеороликов, дети мои тоже такое делают. Вставляем. Ну, и батарейка сама проезжает. То есть получается, что батарейка сама проезжает. То есть за счет батарейки самих магнитов создается поле внутри катушки. Ну, простая физика, 8 класс. То есть данный квест включает в себя световые явления, электромагнитные явления. Плюс те, кто этот квест сделал, включают в себя программирование. Ну и, конечно же, сделать эту коробку, вырезать, наверное, тоже какой-то есть специальный станок. Технология должна быть. Поэтому техническое творчество, программирование, физика. Что нужно было сделать дальше? Вставляем проволоку, катушку, извините. Вставляем наш прибор. Все понятно. Теперь вставляем батарейку. Батарейка проезжает по тоннелю, то есть это принц на электропоезде проезжает. Конечно. И спасает нашу принцессу от дракона. Ну, нам старались говорить, не поднимайте, вы сами понимаете, провода там, да. Ну, если ребенку поставит условие, он не поднимет. Я, конечно, поднял. Батарейка сейчас наша уезжает. Поехала. Ну и там простой. Волновался. Если открыть, то дверь открывается сама, страшного ничего нет, да, я просто сильно закрыт. Ну и на такой случай мы открываем и достаем отсюда, освобождаем принцессу. Можно придумать любой пример. Достань свою десятку. Ну, сделай домашнее задание. Достань свою десятку. Достал десятку. Пожалуйста. Не достал десятку, дошел до определенного этапа. Ты молодец, получи 8 или 7 баллов. Это многоразовая конструкция квест. Его можно использовать, ну, в принципе, на любом уроке сделана данная тема. Считаю, что даже данный квест можно использовать не только просто на уроках, как развлечение, или как просто квест давать детям на занятия. 9 класс, ну, не все такое видели, согласитесь. И это считается, ну, это авторская разработка. Те, кто был на мастер-классе, мы присутствовали, работали. Да, они нас с собой дали вот по такому наборчику, по такой коробочке. Пожелали удачи, дали с собой ноутбуки, чтобы, ну, занимались. Поэтому нам повезло. Это что касается моего поезда, который я посетил. То есть принц спас принцессу. Поэтому, да, мне повезло, я поездку полностью удовлетворен. Поэтому да, это был один из таких вот мастер-классов, который я посетил. И что касается по данному моменту и данному воркшопу, у меня все. Теперь что касается недорогой переработанной науки. То, что мы делаем на уроках физики, делают все учителя на уроках физики. Но опять же, это было представлено делегацией из Украины, Болгарии. Они показывали тоже физические опыты, которые делаются за 5-10 минут перед уроками, показываются детям. Это простая бутылочка с водой, внутри плавает пипетка. Как вы думаете, что это? Водолаз. Да, это водолаз. Вчера дочке показывал. Смотри. И поехал водолаз вниз. И поехал Вера, да? То есть, если сжать, прижимаем, водолаз опускается. Поднимаем. Ну и дочка поиграла, пальчиком поводила, и жена поиграла. И мама супруги поиграла, все поиграли. Но они, ну, удивились, а только потом с утра спросили, так а что там, электромагнитное какое-то поле? Вот такое показывали, да, и прямо на воркшопе тоже такой водолаз был, они тоже удивляли людей. Ну, кто не знает физики элементарно, ну, что получается? Пипетку я, конечно, заполнил слегка водой, чтобы ее было проще потом опустить на дно. Когда мы сжимаем бутылку, что увеличивается давление внутри сосуда? Физика. Дальше. Ну, еще такой тоже самый простой пример. Потоки воздуха, да?
простая нитка и вырезали такой вот вентилятор. Что я буду с ним делать? Есть свеча. Подгласят. Да. Опыт делается профессионалом. Правила пожарной безопасности соблюдены. Ну, что должно произойти, как вы считаете? За счет теплого потока воздуха, пока ты немножко сломал, за счет теплого потока воздуха, который поднимается от пламени свечи, то есть теплый воздух, да, тоже физика, теплый воздух всегда поднимается вверх. Как объяснить детям явление, допустим, конвекции? Теплый воздух всегда поднимается вверх, холодный опускается вниз. За счет этого что мы получаем? Мы не получаем, что наша конструкция должна вращаться над пламенем. Ну, давайте попробуем, получится. Вчера получалось. Ну, пожалуйста, вращается, да? Ну, это простая физика, это еще раз детям наглядно показывает то, что действительно правила физики и законы физики работают. Явление конвекции, вот они объясняют таким образом. Ну и еще один опыт, тоже не требует больших затрат. Пластиковый стаканчик, рюмка, открытка, любая, абсолютно. Что с ней можно сделать? Явление инерции. Можно показать атмосферное явление, когда наливаем воду, но я не стану этого здесь делать. Кладем наверх открытку, накрываем, ну и допустим, не знаю, задание. Пуговица, допустим, задание ребенку, как достать пуговицу, что надо при этом не касаться пуговицы, сделать так, чтобы пуговица упала в рюмку. Надо быстренько, да? Где вы такое видели? На столе стоит посуда, инерция, да, резко вытаскиваем. То же самое здесь, надо просто дать встречку по данной открытке, ну и, соответственно, провалится она, пуговица провалится в рюмку. Если кто-нибудь даст 2-рублевую монету, я покажу. Ничего себе, платные монеты. Вот это платные. Вы можете это попробовать. Ну и пока дети это, конечно, попробуют, это очень интересно. Да и просто интересно. Мне кажется, и вам интересно. Кто-нибудь, может, хочет попробовать? Нет. Давайте я попробую. Пожалуйста. Никогда этого не делала. Напоминаю, халат один раз одела, перепали, у меня еще все впереди. Что нужно делать? Ты делаешь щелчок. А вот так же? Да. По кромке. Это ваш дебют. Аплодисменты. Прекрасно слышим, Светлана Борисовна. А видите?
Но сейчас мы видим на экране слайд-фильм, презентацию, которую вы нам переслали. Светлана Борисовна, вы с нами? Я буду демонстрацию экрана делать, если вам так удобно. Светлана Борисовна, если вам так удобно, давайте демонстрацию экрана. Видите? Да. Видно? Да. Я хочу сказать, что времени у нас это мало, поэтому скажу самое главное свои как бы мысли о том, что я сейчас хочу рассказать. Показать очень много хочу. Завтра в Гомеле будет у нас семинар для тех, кто в Гомеле, учителя в Гомельской области. Не все смогли в Минск сегодня приехать, а в субботу здесь будет как бы продолжение, ну, уже не такое масштабное, как у вас в Минске, но тоже нужно рассказать о нашей поездке. Вы меня хорошо сейчас слышите? Да. Хорошо. Ну, вот я начала с этой фотографии, хотя вы уже, наверное, видели, показывали мои коллеги, то, где это было, где проходило. Так я нажимаю по щелчку, у меня ничего не меняется. Значит, я хотела показать, о чем я буду говорить немножечко, скажу о четырех всего лишь моментах. Ну вот я на английском у нас были такое, раздавались это материалы нашего фестиваля. На английском языке я перевела рядом таблицу, какие секции выпали нам, да? Вот, кто какие секции посещал. Видите, голубым цветом, зеленым, оранжевым, фиолетовым, зеленым, красным была и астрономия, и совместные проекты, и цифровая грамотность. И вот теперь я выделила вот первый этаж, это не все, это то, куда вот мы разделились, и каждый рассказывал, сейчас выступает перед вами о своем блоке. Ну вот мне попали вот эти вот секции. Обратите внимание, зеленый цвет и 4 голубых. То есть в основном были все работы, посвященные, если вернемся назад, устойчивому развитию научного образования. То есть наука. Наука, какое место занимает наука в нашем системе образования? Это проекты. Вот такие, получается, проекты выпали на английском, перевела их на русский. Можно по названию понять. Всего 22 проекта я, получается, могла посетить за 4 дня. Невозможно, конечно, все проекты было увидеть, посетить одновременно одному человеку все 4 дня и мастер-классы, и выступления на сцене. Поэтому я, к сожалению, точечно расскажу только из этих 22 проектов, точечно о это 4. Но пока я говорю, вы могли почитать уже какие-то были, да, и Швеция, и Греция, Ирландия, Франция. И очень много. И мало того, что было на английском языке, я уже, конечно, перевела и постараюсь показать только те некоторые. Вот так вот, что было в Венгрии, День Земли. Здесь не буду говорить о том, что, ну, хотя интересно, была научная работа. Все через науку здесь. Как и где находится планета Земля, Марс, Венера, ближе, дальше. И была придумана игра. Вот, здесь вот нужно было сложить по правильным ответам пазл, такая интернет-игра, чтобы ответить правильно на вопросы, что касается нашей Солнечной системы. Проскочу дальше, итальянский был, значит, вот этот вот можно остановиться, но, к сожалению, видео здесь вот у меня очень плохо идет, я не знаю, я попытаюсь, будет у вас сейчас это демонстрироваться, передайте. Чуть-чуть. Есть у вас? Плоховатое качество, коллеги, но видно. Светлана Борисовна, вы комментируете, потому что не очень хорошо видно, вы говорите. Я хочу сказать, что вот я остановлю на паузу. Значит, это был проект «Альбатрос», и в основном здесь обращалось внимание детей на то, что в мире очень много пластики, вплоть до того, что птица кормит своего ребенка вот такими пластическими отбросами, то есть бутылки и так далее и тому подобное. Даже есть такая информация, что к 2050 году в океане пластика будет больше, чем рыбы. То есть вот этим проектом
это Нидерланды, обратили внимание о том, что нужно бороться с пластиком, перерабатывать, потому что для природы скоро не будет места для жизни живого организма. Так, перехожу дальше к следующему проекту, очень берегу ваше время. Здесь, ну вы видите, то есть мы все подготовили, я смотрю, вот самый главный был проект, вот, например, мне понравился, я сама дегустировала именно что, запахи. Мне очень понравилось, когда нужно было понюхать вот эти коробочки маленькие, эти крышечки под номером 2-3 и поставить на тот запах, который ты угадал. Ну я вот из этих, получается, 12 запахов не смогла угадать, это 3. И здесь, кстати, была научная работа. Дети узнают о виноградниках во Франции, какие болезни у винограда, чуть ли не спускались те подвалы, где хранятся вина. Ну, это Франция имеет право, значит, виноделию уделить такое внимание, что дети занимаются исследованиями, скажем так, плантаций этих виноградов. Так, дальше я перехожу. Я, видите, сделала видео и параллельно. Мне очень впечатлило на первом стенде, вот, значит, из Польши, стробоскоп и не только. Очень было интересно. Вот женщина, видно, сама в себе, физик, очень заинтересованная. И это видео, вот я поставила фотографию. Хочу, чтобы вы посмотрели видео. Видео, значит, здесь в зависимости от частоты пульсации света стробоскопа можно создавать различные картинки. Устройство генерирует частоту света в диапазоне от 1 до 800 Гц, используются различные светодиоды и написаны программы, которые изменяют частоту пульсации каждого света по фазе. Использование электроники сделало возможность демонстрацию красивой комбинации цвета. Можете посмотреть, какая техника. Так, дальше. Следующий. Хотела рассказать о проекте о 3D. Здесь очень 5 минут. Эта женщина рассказывала о вреде ультрафиолета. Как дети с помощью бус, это малыши, с помощью бирюзвук, специальное покрытие на бусах. Я сейчас вот так вот делаю. Вот и когда... На это покрытие, на бусы можно осветить ультрафиолетом. Чем интенсивнее ультрафиолет, то на эти бусы окрашиваются в более темный цвет. И даже маленькие дети, понимая, насколько действует ультрафиолет, делают себе из этих бус браслеты, выходят на улицу и замечают, да, очень много вредного ультрафиолета. Здесь изучалось, и как ультрафиолет проникает в кожу. Вот. И даже были опыты, что и вода. Вот, очки как ни одел, что бы ни делал, это даже если мы погружаемся в воду, все равно это вредное ультрафиолетовое излучение попадает к нам на кожу. Вот об этом был проект, я не буду на нем останавливаться дальше, потому что хочу рассказать еще, вот, по большому счету, вот этот проект, два слайда, вот. Это уже Украина. Вот этот проект, вы знаете, о чем он был? Здесь были, ну вот тут вы можете увидеть, вот 17 целей закрывает девушка сейчас цветные вот такие квадратики, где 17 целей ставятся перед детьми, как сделать мир лучше к 2030 году. Здесь проблема борьба с бедностью, неравноправием, как остановить климатические изменения, глобальная перспектива. И что меня больше всего, значит, удивило, не то, что удивило, а что детям не то, что внушается, а говорится о том, что не надо ждать, когда вы вырастете, чтобы мир сделать лучше, а вы сейчас, уже будучи маленькими детьми, можете предлагать решение, значит, каких-то глобальных проблем. Вот как, например, очистить воду, как избавиться от пластика, значит, как сделать, чтобы не было меньше болезней. Дети пишут свои проекты, они учатся сейчас уже излагать, значит, как это делается исследование научное, соприкасаются с научными этапами решения какой-то проблемы.
ставится, значит, цель, гипотезы выдвигаются, встречаются с какими-то консультантами, выдвигают свои решения, проблемы. То есть в основном-то вот этот проект о том, как дети выдвигают свои проекты и идеи. То есть никаких конкретных там дидактических материалов в этой секции не было. Было пример о том, как детей нужно приучать к научному отношению к жизни, к решению любых бытовых проблем детей. И здесь еще говорилось о том, что этот проект включает в себя, значит, дети встречаются с детьми, которые уже сделали какие-то научные открытия. То есть другие дети, более смелые, с какими-то исследованиями, уже выступавшие в газетах, писавшие в школы, там где-то, значит, другие дети знакомятся с этими детьми. Вот о чем я хотела сказать так долго. Вот. То есть дети могут самого это разного года. Стоит здесь дальше на видео было такое, как она показывает на примитивном уровне, как она блестками пачкает свои руки. И это дети здороваются все друг с дружкой, и как микробы передаются. Ну вот она держит этот розовый пакетик в руке, и вот они здороваются, и ну, сейчас меня, конечно, что-то не показывает, это интернет не передает видео. Но я хочу сказать, что все, сейчас еще мне еще зависнет презентация, да, так и случилось. Вот. Еще один был проект, о котором я хотела сказать. Это был проект, швейцарский проект о батарейке, о литиевой батарейке. Проблема ставилась такая, что главная цель проекта это... Видите, вообще у меня зависло. Но вы меня услышите, да? Слышим, слышим, Светлана Борисовна. Помочь преподавателям объяснить, получается, принцип работы батарейки. Меня вообще уже не показывает наставление это... батарейки, что превращение, смысл превращения химической энергии в электрическую. Вот, целый такой здесь был проект. Сейчас я посмотрю, это слайд у меня 35-й. Вот. Вот, химический процесс. То есть не только для программистов здесь, как некоторые думают, для математиков, химики, биологи, географы, все показывали свое научное как бы открытие и представление своего предмета детям через научное исследование, через науку. То есть ребенок, чтобы понять, почему горит лампочка, какого процесса, должен был узнать какой-то химический процесс. Так, это был мой четвертый проект. Я понимаю, что какие-то проблемы у нас, но очень хотела показать последний слайд, по крайней мере, вот это химическое такое вот устройство, где, значит, рассказывают об окислении металла, железа и почему эта батарейка может быть. Были исследования из дома, умный дом, очень много было сделано. И вот эта работа с Казахстана, которая превращена в жизнь, это устройство у них в школе выращивается в таких это трубах, подведена через трубочки вода, выращиваются растения, пока не выращивают только один салат. Вот, интересная очень работа. Но вот это мне понравилось очень, она впечатлила меня до невозможности. Я не знаю, как из всяких поделок, из картона, сделанные, вот вы видите сейчас, из старой клавиш на клавиатуре, из картона, машинка, и оно все это двигалось. Вы видите, да, что какие-то Светлана Борисовна, у нас связь пропадает. Вы сейчас видео остановите, может быть, лучше будет. Значит, ну я хотела показать, что из всякого, значит, уже, что можно сказать, можно сделать какие-то... Это подделки. И последний еще. Ну, опять же, вот я хотела показать. Очень много хочу показать, и не получается. То есть
вот это уже не моя секция, но мне понравилось, что даже вот такие технические поделки, кукла, робот, Ардуино применяется всюду. Кстати, Лего я почти что и не видела в Mindstore, а вот Ардуино очень много. Все, коллеги, я, наверное, уже это время забрала. Спасибо большое, Светлана Борисовна. Тогда передаем пламенный привет Гомелю. Спасибо большое. Мне очень жаль, что не получилось к вам приехать. Но вам успешного окончания. Надеюсь, что все заинтересуются. В республике у нас будет прорыв. Все. Светлана, дайте договориться. Прорыв в хорошую сторону. Да, мы прорвем. Погоду и что-то. А к чему вопрос, как бы, что вы можете изменить?
На что мне ученый из физики тоже так красиво, интеллигентно говорит. Мадао. А вы знаете, что сейчас мы не сделаем ничего, потому что у власти другие люди. Но если мы воспитаем детей, которые с детства думали о том, чтобы этот мир не загрязнять, помогать ему сохранить свою первозданную красоту, то в следующем поколении те, кто придут к власти, наши ученики, смогут что-то изменить. И мне нечего было сказать. Я бы тут поплатила. Еще раз говорится о том, что роль учителя, хорошего учителя, все-таки на первом месте. Это вот хотела вам показать тоже мастер-класс, на котором меня отправили, когда можно было выбрать всего два мастер-класса, я подошла, ну я же по-английски спикаю, я говорю, ну вот я там что-нибудь про информатику мне, пожалуйста. Они такие стоят, информатика, компьютер сайенс. Ну давайте идите туда. Прихожу, химия. Меня чуть ступор не хватило. Я говорю, подожди, а при чем здесь информатика? Вы посидите, посидите. И вот первая часть действительно химия. Разными составами опрыскивали песок, чтобы получить песок, который отталкивает жидкости. И, собственно говоря, то, что держит в руках, это устройство с AliExpress, по-моему, 25 евро оно стоит. Это такой микроскоп, который вот на бегу можно быстренько увидеть структуру вещества. И мне кажется, не так дорого стоит, можно это тоже использовать на уроках. Так в чем информатика? Они говорят, а вот все, что мы изучили, мы потом на 3D-принтере делаем модели. Я говорю, вот где собака-то зарылась. Ну хорошо, ладно, буду иметь в виду. Это опять вот к слову про ультрафиолет. Тоже произвело неизгладимое впечатление. Только Светлана Борисовна так коротенько, а я-то, опять же, с пониманием, что мне говорят, ужаснулась, когда мне показывали разные типы очков, кладут вот эту трубочку, а оно эти защищают, эти не защищают. Но очки, ладно. Когда показали полосками, намазали при мне разные типы кремов, солнцезащитных, а потом выясняется, что они действуют по факту всего 5-6 минут, какой бы дороговизны фирма ни была, а все остальное рассказки про сами себе решите вариации. В общем, я была в таком впечатлении. Нам подарили такую трубочку. Ирина, в доме, да. Я думаю, что мы тоже что-нибудь такое в школе сделаем. Вот, но я думаю, что этот НГРК можно найти в интернете, и цена этому копейка. А, лампочка вот 40 рублей. Ну вот. А, вот, вода. Вода, кажется, усиливает вот это вот состояние, да, ультрафиолета. Ну, кто знал, не удивился, а я уже забыла, да, я жила много лет в Крыму, и я об этом вообще не задумывалась. А, кстати, для Беларуси, да, ведь мы же здесь живем, скажут, зачем вам этот ультрафиолет, нам тут солнца не хватает. Это как раз для людей, которые живут вот в Европе, в верхней части, это очень актуальная тема, потому что мы выезжаем к солнцу, хотим его побольше, а получаем проблему, да, то есть тут об этом тоже надо говорить. А, и вот здесь показывали некоторые проекты, связанные с тем, как это сказать, чем хороший STEM-проект? Он должен про родную землю быть еще немножко, да? То есть, если там что там показывали врачи? Вино. Вино, ну, Франция, вино. То мы были на территории Португалии. Про что они рассказывают? Про пробковое дерево, которое вот они там во всех своих сувенирах используют. Оказывается, это тип дуба, в котором там сердцевину вынимают, и это можно делать все достаточно бережно. Ну и также португальцы вот изучали вместе с детьми разные типы почвы, чем почву можно заменить. Ну то есть у кого про что болит, да? То есть в Беларуси тоже можно делать такие, ну их и делают, я знаю, что делают. Ну давайте мы их тоже покажем. Уроки, в которых будет рассказано про нашу землю, где вот здесь тоже есть какие-то свои особенности, и про них можно показать. Хотела, ну как учитель информатики, не могла удержаться, разглядывала, конечно, разные наборы, которые там используются. Это микробит обыкновенный, но с набором видите, там уже есть зрение компьютерное и так далее. Ну, что могу сказать? У нас в школе вот есть микробит бозон, первый уровень. Разберемся с ним, будем думать дальше. Ну, вот тоже пример. Хоть и сказали, что они используют дорогих роботов, но некоторые так втихаря немножечко пронесли, да? Ну, то есть, вот я, ну, не могу я. Ну вот, а то читать меня будет неинтересно, я всегда что-нибудь найду. Вот нашла. Значит, ну хорошо, для чего используют?
придумали такой робот-помогатор, который едет вот вместе с учеником рядышком и ему рассказывает о картинах. О картинах, то есть он их умеет идентифицировать, разных авторов. Ну, там есть была модель выставки картин разных художников, робот, ну, то есть на ходу можно было это все увидеть. Полезно это, не полезно, не знаю, но, по крайней мере, сколько было изучено и интересно, заодно искусство подтянули, да, вот. Я очень часто сталкиваюсь с такими детьми, как мой собственный сын младший, который робототехника, вау, программирование, вау, математика, супер, искусство, не пойду. Пожалуйста, тоже вариант. А, ну это вот то самое мое любимое. Это которое из ничего, да, вот учитель биологии, пожалуйста, ну там, где светят и прямо на тебе на листиках высвечивают внутренние органы, ты такой себя разглядываешь и видишь, где что находится. Это мне понятно, это техника. А вот там, где из пакетов и бумаги извините огурцы, вон там внизу в кишечнике, это было для меня, конечно, повышенной степенью натурализма. Я остолбенела. Потому что я знала, что STEM уроки, они, как говорится, краев не видят, но вот с огурцами в кишечнике я еще ни разу не встречала. Но зато дети все запомнили. А вот второй мастер-класс у меня не вызвал никаких вопросов, да, там, где была химия, да, я немножко зажалась, я ж не привыкла, какая химия. А здесь все окей, я пришла на мастер-класс, который назывался «Изготовление моделей домашних питомцев». По факту что было? Было три микроконтроллера, Arduino Nano, правильно называется это, Nano, Microbit и Calliope. Это уже немецкая разработка. И вот, используя возможности этих микроконтроллеров, их сравнивая туда-сюда, делали разных там собачек, кошечек и так далее. Вот это в середине, это датчик, который можно было вставить в воду, можно было гладить это. Ну, то есть много датчиков, которые имитировали это животное. Что я хочу сказать. В Беларуси Microbit есть? Есть уже. Про Arduino я молчу, там уже давно. Calliope есть. Анжелика. Помаши нам всем рукой. Это вот как раз на площадках инновационных у Анжелики уже сколько школ? Сколько школ? 13? 13 школ в Беларуси работают с микропроцессорами Calliope. То есть мы потихоньку тоже это все, то есть уже не новость, да? Не то, что вот мы приехали, вау, такое рассказали, мы не видели. Видели. Спасибо, Анжелика. Как всегда улыбаюсь. В общем, вот это 3D-принтер, который изготавливают в Португалии. И мне очень долго и красочно рассказывали, какой он классный. И он прямо бронебойный. В общем, в школе ему работать хорошо. Видите, он там в корпусе в таком. Стоимость его, по-моему, 1000 евро. Вот это мне не очень понравилось. Мне кажется, что у нас в Беларуси есть 3D-принтеры подешевле. Ну, возможно, не в таких корпусах. Это нашим изобретателям. Что там, пластиком завернуть нельзя? Можно, наверное? И что делали с этими 3D-принтерами? Ну, кое-что здесь видно. Мне понравилась связь с географией. Меня тут один раз пригласили выступать перед географами. Я говорю, слушайте, я учитель информатики. Они говорят, Жень, у тебя в статьях столько про географию. А я говорю, правда? Я говорю, точно. И вот я поняла, что да, действительно, я даже не замечаю эту связь между предметами, она существует. Да, почему бы нам с помощью 3D-принтеров, ну, например, малая родина, вот взять и показать там рельеф местности там своего села, откуда твои мама, папа, бабушка. Мне кажется, это прекрасно. Здесь показывали дешевый вариант насчет давления и воды. А я была свидетелем, конечно, подороже варианта из Греции. Они, кстати, одни из победителей. Я спросила у греков, такой седовласый, очень степенный мужчина, и говорю, и как у вас отбирали, как вы сюда попали? Я здесь уже четвертый раз. Я говорю, а что, у вас выбрать больше некого? Он говорит, нет, он так скромный, просто я лучший. Ну, не будьте, ну, надо, наверное, меньше стесняться и больше себя показывать, все окей. Ну, то есть здесь тоже было, да, про изменение давления, влияние на легкие, да, на сосуды, как вот страдают люди, погружающиеся на большую глубину. Были проекты, посвященные, так сказать, технологии «умный дом». Только пока наши дети пойдут делать большой умный дом, можно попробовать сделать какие-то элементы в маленьком масштабе. А еще можно съездить в экотехнопарк «Волма», который на территории Беларуси. Там Евросоюз поставил нам
оборудование, по-моему, на несколько миллионов евро. И это всего, сколько километров, кто знает? 50 километров от Минска. И они принимаются экскурсиями из любой школы. Там все это можно посмотреть, потрогать, пощупать. Опыта с детьми провести, да. Вот. Я говорю про Португалию, а в голове имею Беларусь. Так вот получилось в моей жизни. Замечательные смайлики, дарящее настроение. Вот он наш товарищ из Нидерланд, который для меня станцевал танец. Видите? Вместе со... Да, с управляемыми маленькими роботами. Настроение потрясающее, все вокруг смеются. Your coach is magic. Your coach is magic, догадалась Евгения Александровна Гущина. Ну да, да, конечно. Здесь были микробиты у него в руках, которые по Bluetooth были соединены между собой, он ими управляя, вот танцевал перед учительницей из Беларуси. Ну, спасибо за внимание, не хотела долго. И, наконец, я передаю слово моей глубоко уважаемой дорогой коллеге Ольге Елисеевой, которая покажет еще одну часть нашего многоуважаемого животного, которое я все время на него ссылаюсь, именно потому, что мы реально друг друга могли не видеть, что мы там успели нарыть. Поэтому сейчас узнаем вместе с вами. Прошу. Совсем в стороне слона, уж не знаю, с какой стороны я на нее смотрела. Смотрела я, как правило, сверху, поскольку я маленькая, я всегда залезала на второй этаж и пыталась что-то снять сверху. А вот такой вот вопрос. А первое, что меня поразило, когда мы только-только собирались, это то, что нам не написали в письме, мы не печатаем полную программу в связи с развитием со всем остальным. Короче говоря, экологические вопросы мы решаем сразу. Полиграфии на стендах тоже было немного, и причем это было все очень скромно, без нашего вот этого пафоса, что надо красиво напечатать, там, бумаги, взять остальное. Ничего этого не было. А лично меня восхищало на каждом шагу вот примерно такое устройство. По раздельному сбору мусора, причем это везде на каждом шагу, это вот в том центре, где мы были, и в торговых центрах, и везде огромные контейнеры разного цвета, не так, как у нас непонятно какого, и все там вместе. Ну, правда, надо признать, что люди тоже были разные, и в конце дня вот на этом замечательном красивом прибое лежало все в гору. Ну, это уже особенности. А техники безопасности нам сказали в первый же день прямо со сцены: дорогие учителя, мы вас прекрасно, хорошо знаем и уважаем. Пожалуйста, не взорвите этот центр. Были такие слова. Ну, у нас тоже, брат, сегодня все получилось. Очень много уделялось внимания всяким разным вопросам, связанным с переработкой мусора. Были это сумки. Было питание для вегетарианцев и веганов отдельно, специально. И еще нам в каждом пакетике выдали вот такие два замечательных элемента, на фото, надеюсь, видно, стаканчик многоразовый, и говорили: не забудьте взять с собой, чтобы выпить кофе, и вот такое вот устройство для того, чтобы налить туда воду. И они действительно потом больше ничего другого не давали. И это было правильно, воспитывало быстро. Были маленькие вот такие вот, маленькие стаканчики для дегустации. Ну, на один глоток. И то только там забывали чай. Попробовали тоже. А было, ну, уже, я повторю в который раз, много разных проектов, которые посвящены были использованием курса я. Причем, ну, действительно, реально мусора, который был у нас вот полный уровень кругом, да, бери и делай. Ну и самое важное, что вот сейчас у нас уже практически вы это чувствуете, я надеюсь, атмосфера, которая была, ну, просто насыщена добром и болью и счастьем,
которому все мы стремимся и хотим. И помимо того, что все учителя очень открыты, что надо признать, у нас в Беларуси не всегда так, готовы меняться идеями. Мы все боимся, что если мы кому-то что-то дадим, расскажем, покажем, то мы что-то потеряем. А на самом деле мы приобретаем в разы больше. В науке это называется синергия. Очень прослеживалась на каждом шагу любовь не только к тому, что ты показываешь себя и свой проект, а к тому, что ты делаешь, и что ты это делаешь с детьми. То есть вот дети — полноправные участники процесса. Здесь сейчас это не покажу, потому что это есть видео, я покажу еще раз, где это можно найти. И, конечно, было много юмора, музыки и песен. Вот если у нас есть время, мы можем по ссылочке еще одну песню послушать. Получится? Это на канале YouTube. В конце, что меня тоже поразило, последний день работы, все уже устали, я хронически хочу спать, не знаю, что еще хочу, дико хочу домой, потому что я интроверт и домосед, и для меня эти 4 дня, в общем, по ощущениям, ну, месяца 2, наверное. Последний день перед закрытием, вся выставка работает активнейшим образом, и у этих замечательных людей хватает сил на то, чтобы собраться еще и так вот. Причем они пели, наверное, с полчаса точно. Реально. Первый день вернули с воды 10. Плюс 3 часа, потом времени это 3. 6 подъемов и 8:30 начало. Второй день вернули 12. 33 ночью. Смотрите, попоете. На самом деле, даже вот я рядом стояла, я вместе с ними подпевала. Еще я эту песню вообще никогда не знала. Но это перепевки, они поют о компании, которая в Португалии все это дело поддерживает. Кто-то из нас об этом скажет, никто ничего не сказал, да? Ну, вы видели, там был такой логотип «Nucleo». Вот, это компания, которая занимается исследованиями космоса какими-то научными. И вот в Португалии, в сравнении с нами, с IT-страной, вот там у них такая компания. На каждом стенде. Но был еще отдельный стенд. Мне понравилось вот тут вот сфотографировать. Кто кого фотографирует? Угадайте, из каких стран люди? Казахстан. Да, украинцы фотографируют казахов. Кстати говоря, было очень интересно послушать разные языки мира, так сказать. И вот мы всякие там замечательности. Ну и мы белорусские тоже какие-то привезли конфетки, которые разошлись очень быстро. Почти так же быстро, как белорусские колбаски. Ну, должна сказать, что когда так много сладкого, я немцев сильно полюбила за их баварские колбасы. Я на всякий случай подумала, если Бог даст, когда-нибудь мы не только поедем на фестиваль, вот от Беларуси команды поедут, ну и в какой-то год это произойдет, что фестиваль приедет в Беларусь, товарищи, давайте подумаем. Меню имеет значение, одно сладкое — это ж с ума можно сойти. Да, и, к сожалению, единственный минус, наверное, этого фестиваля был в том, что нас прокармливали тоже сладкими печеньками. Ты же сладкого красивого. Немножко о ценностях. Мы с вами привыкли, чтобы все было красиво, аккуратно и почему-то дорого. Здесь не было никаких призов вообще. Но уже, как кто-то из нас сказал, самый большой приз — это просто присутствие в том месте и в то время. Даже если это было несколько часов, это уже огромный приз. Призов не было ни у кого. Главная ценность творчества является знаниями, и призы получили только вот эти замечательные люди из
причем тоже интересно, не на сцене, а под сценой. То есть они выходили со сцены и дали маленькие подарочки. Очень такой, ну, как бы культурный такой резонанс. А, еще что меня заинтересовало, ну, не знаю, я не работаю в школе, хотя в некоторых школах я тоже такое видела. Спасибо, Ольга. Некоторая школа оценила. Да, бывает в некоторых школах. Декларация детства Ташкайш. Такой вот маленький буклетик я вдруг увидела, схватила пару штучек, Женя, по-моему, сунула. Вот у меня такой есть, я сканировала. Спасибо. С собой сегодня не тащила, потому что не так слишком много всего. Вот несколько, ну, отсканированных страничек. Что такое, вот я такая этим себе, образовательный город, или так сказать, да? Учащий. И что значит к нему принадлежать? Вот очень много таких фраз, причем это только вот два кусочка, плюс еще каждому из них еще по две колоночки. Маленькие такие цитатки, которые вот бери, переводи и вешай на каждую стену. Ну, меня просто зацепило там пару фраз, вот так, взяла лист, так, мы все разные, перечислено несколько стран, у нас разные возможности, то есть школьники это вот должны воспринимать на каждом шагу, и этот фестивалик нам просто вот, ну, демонстрировал. А мы привыкли видеть своих, но сейчас уже среди нас есть разные, ну, действительно. И, ну, вот в Португалии там столько видов цветов кожи я в жизни не видела. Вот, у нас тоже так. Ну и, наконец, мы же любим учить. Учиться тоже полезно. Где и как мы можем учиться? Ну, даже на сайте этого фестиваля масса ссылок. Мы привезли пару таких книжек. Все они есть в PDF-формате. Они не очень толстые, но какие-то вот самые яркие примеры с прошлых лет они все-таки опубликовали. Да, они, ну, частично какими-то сережами публикуют на английском, на французском даже языке. А, даже уже я видела в интернете ссылочки, по-моему, постил их даже в Фейсбуке, да. Это все бесплатно можно скачать. Видите, здесь иконочки Psy Soul Stage, то есть этот фестиваль не просто фестиваль ради фестиваля. А это еще такой огромный бэкграунд с огромным количеством информации. И по поводу английского, человек, который его ненавидит с детства, но вынужден в том, что это мой профессиональный язык, им пользоваться. Я для себя, в общем, нашла компромисс. Ну, не могу ничего сделать, он мне нужен. И я на детях экспериментирую так же, как над собой всю жизнь. А с детьми это получается быстрее за пару занятий. Я говорю, вот сейчас мы возьмем и будем делать туториал на английском языке. Все так. Начинаю делать и делать. Я говорю, вы заметили, что вам все почти понятно? Ого. Я говорю, а сейчас мы будем читать документацию на английском языке. Но постепенно, через пару занятий оказывается, что они знают там пару десятков слов на английском. То же самое, уважаемые учителя, я просто кланяюсь перед всеми перед вами, потому что, опять же, в школе не работаю, и я прекрасно понимаю, насколько вам сложно преодолеть языковой барьер. Я тоже его преодолевала много-много раз. Плюс еще мне подойти к человеку, поговорить с ним. Вот меня сейчас колотит, потому что я говорю, я интроверт жуткий вообще. Мне очень страшно общаться с людьми. Это какое-то такое непреодолимое явление. Языковой барьер он еще более непреодолим, да? Но вы берите эти книги, читайте их по-английски, переводите их сейчас в Google Translate, все что угодно, неважно, какой переводчик вы возьмете. Нет, все-таки Яндекс лучше переводит, это я вам как почти специалист. Но вы удивитесь, насколько вам станет легче даже вот думать о том, что вам нужен язык. Ну вот, коллеги из Борисова, я на них смотрела в первый день, это было страшно. Но когда они уезжали, они так спокойненько, я смотрю, надо же, они пошли там сами, Жени мне там, ну, они там что-то общаются, по-английски. Еще пожили 4 дня, были бы свои. Да, то есть вот это вот погружение сделать сложно.
трудно всегда только первый шаг. У нас есть такая возможность сейчас с помощью современных технологий это распробовать. Только надо его сделать, вот, заставить себя. Ну, а это вот для ввода этих же книг, в принципе, опять же, презентация будет. И тут еще какие-то книги сделала, если честно, я же не помню, как по поводу вот этого сообщества, Science on Stage, был такой буклетик, Heroes and Science Teacher Network. То есть это вот именно, ну, сеть взаимодействующих учителей. И они реально, ну, открывают друг друга, открывают Европу, ну, уже даже больше, чем Европу, Казахстан, по-моему, уже не совсем Европу, да. Кстати, была делегация из Китая, так что в 21 веке... Не, ну прекрасно, Китай и Беларусь во что-то вступают вместе одновременно. Кстати, да, они тоже были в качестве гостей. Такая интересная. Вот, ну и какие у них активности? Пару слов, ну, Анжелика, наверное, тоже добавит по поводу того, как можно участвовать в том числе и в фестивале, да? Вот там вот сверху показано. Фестиваль, да. Еще есть Teacher Training. То есть они друг друга обучают, они участвуют в каких-то общих проектах по повышению квалификации, как у нас это называется. International Projects, международные проекты, международный обмен. И это тоже вариант участия в этом фестивале. Royal Scholarship, там была тоже презентация, по-моему, даже у меня на канале она есть уже, как просто учителя собрались там куда-то путешествовать и обмениваться знаниями. Ну и, наконец, куча материалов, о которых я уже сказала, и, в принципе, их можно найти. Mm-hmm. Реальная возможность. Apply by 1 апреля 2020 года. Любой учитель может подать заявку CodeLeak. И тут вот особенности периода, что тут сказано, что можно подать заявку на участие вот в этом вот проекте и стать участником фестиваля. И да, это просто вот любой может подать заявку и участвовать. 1 апреля. Ну, тут чуть-чуть написано на сайте тоже, там очень много об этом написано. Ссылочку я тоже дополнительно еще размещу, просто вчера. После часа ночи у него было. Вот, и тут что-то такое сказано, что Science Stage offers financial support, то есть поддерживает покупку микроконтроллеров до 150. То есть еще и вы можете что-то купить. То есть они вам купят. Ну, как бы нормально. На этом деле вы можете посмотреть немножко о фестивале. Я думаю, что кое-что еще вот коллеги наснимали не меньше, чем я на самом деле. Что-то мы еще, может быть, разместим на канале Айли. Самореклама. Но тем не менее, вот там есть огромный уже плейлист, 43 видео, где я старалась снимать все активности, которые были непосредственно на сцене. Ну и так, с такой деятельностью, скрупулезностью, вплоть до того, как это было организовано. Да, на сцене был профессиональный ведущий, реально нам потом в конце сказали, что это нанятый ведущий, профессиональный. Но он настолько гармонично все вел, как будто вот он тоже все это знает и понимает. И, ну, самые разные моменты с тем, как что-то объявлялось кому-то, как вот вообще все это организовано, вы можете это все там увидеть, то есть без купюр. Посмотрите и поймете, что у нас это можно сделать еще круче. То есть никаких вот спецэффектов, все очень-очень просто и видно правильно. Ну и welcome, кто еще не присоединился? Кто еще не присоединился? Вот, в этой группе очень много человек. Спасибо. Подытоживая, передам слово сразу Анжелике, потому что она сейчас, наверное, ответит на главные вопросы. Как все-таки нам в этом участвовать, если у вас появилось где-то такое немножечко желание присоединиться? Анжелика, можно я спрошу у зала, пока ты не начала рассказывать подробности, а кто бы хотел поучаствовать? Ну, вот так, по-честному. Ну, практически автобус уже есть. Прямо поесть. Хорошо,
дорогу, ездить в школу какую-то другую, к вам будут приезжать в эту школу, и потом вы сможете этот совместный проект выставлять на этом фестивале, именно вот эту квоту. Анжелика, можно здесь маленький комментарий, просто как участница событий? И оказывается, что можно приехать на фестиваль официально зарегистрировавшимся гостем, вот как мы приехали. Да. И позиция гостя дает право найти себе партнера, с которым потом то, о чем говорила Анжелика. Вот. Но есть проекты, Евгения, где не обязательно быть гостем. Я такие ссылки давала. То есть это внимательно на сайте, читайте, смотрите. Есть действительно, где могут только гости и ассоциированные члены, а есть возможность, вот как Оля показала последнюю ссылочку, где можно до 1 марта 2020 года. Привет. Самое главное не бояться, пробовать и дерзать. Ну вот я сейчас нахожусь в активной переписке с одной из учителей Польши, потому что я не тешу себя надеждой, что у меня будет прям такой суперпроект, чтобы в одну из четверых попасть. Но как партнер проекта международного, я надеюсь это сделать, чтобы... Я очень хочу туда вернуться. Мы все хотим туда вернуться, потому что там здорово. Ну и, конечно же, готовность сообщества педагогов Беларуси. Что это? Это интересные проекты, которых у нас очень много, поверьте мне. Мои инновационные площадки иногда показывают такие интересные проекты, когда мне задали вопрос, а ты считаешь, что у нас в Беларуси есть такие учителя? Я говорю, конечно, есть. Есть. Поэтому готовность делиться с другими, это то, о чем говорила Оля, и учить английский язык, все-таки учить английский язык, его надо учить. А финансирование находится, что для этого надо, готовность заинтересованных структур. Как вы видели, никто никаких подарков, призов не получает. Мы находимся параллельно сейчас в процедуре регистрации. Мы находимся в активном поиске спонсоров. Мы будем очень благодарны, если кто-то вот может там запостить, перепостить, написать о таком классном событии. У нас есть время, еще впереди достаточно много. Но я знаю, что у нас получится все, правда? Я даже не сомневаюсь. Когда мы были, смотрели, как у них со спонсорами, там была целая простыня из спонсоров. То есть вообще не одна компания, а их там десятки. Каждый что-то свое. Кстати, насчет IT-страны. Если какая-то компания, например, взяла бы, у них есть свои внутренние учителя английского языка, да, и, например, дали бесплатные уроки тем учителям, которых отобрали туда ехать. Уже помощь, да? Кто-то помог бы там где-то оборудованием, кто-то деньгами, кто-то автобусом доехать до, условно говоря, до Праги. Мне кажется, вплачу, но это не такая страшная история, и мы очень-очень надеемся. Страна решает вопросы по-своему. Мы общались с коллегами из Украины, из Латвии. Но все находят возможности отправить своих учителей поучаствовать в таком мероприятии. Так, что дальше? Вы тут вместе все писали через скайп заключительный слайд. Конечно, это знакомство с передовым опытом. Не раз уже вы сегодня слышали, что 600 человек, а я думаю, что через 2 года будет еще и больше. 34 сейчас официально. Плюс, я думаю, из тех 4 стран, которые побывали, 3-4, а может даже и больше, еще присоединятся. Выход сообщества на международном уровне. Это тоже очень здорово. Мы представляем свою страну, республику, рассказываем, где мы находимся территориально. Бывали такие вопросы, спрашивали Беларусь, это где? И мы говорили, между Польшей и Россией, Беларусь. Так и говорили. Да, так и говорили. Ну и повышение, конечно, качества инженерно-технического образования Республики Беларусь. То, о чем сейчас очень многие говорят, заявляют и пишут. И, кстати, насчет повышения качества инженерно-технического образования и спонсоров туда же. В принципе, прокачивая наших учителей в этом направлении, наверное, ровно то и получишь, что хотели, да, эту IT-страну или еще как-то назови, инженерная страна. В Португалии? Ты нас уговариваешь? Да. А что я тут так стою, что ли? Уговариваю. Всех уговариваю, да.
я хотела сказать, что вот Португалия, например, у них один из главных спонсоров, вот это Нуклея. Вот Нуклея, не знаю, на какое слово ударение, не буду врать. Они про космос. Но вот у них тема космическая для них близка по какой-то причине. Они, соответственно, они за это отвечают. Если в какой-то стране много заводов разработано про чистую энергию, про мусоросжирательные заводы, они являются спонсорами таких учителей и таких участий. Ну, то есть, если в нашей стране это IT, ну, хорошо, пусть будет IT. Хотя мне, например, кажется, что какой-нибудь там калийный завод или еще что-нибудь, им тоже инженеры нужны вообще. Да. Я тут, не знаю, надо ли представляться, Валентина Щепина. Надо, да. Я понимаю, что обращение за спонсорством, это как бы не к этой аудитории, абсолютно точно. Но я вот пока сидела, слушала, я вспомнила наш опыт с командой, который мы делали форум про школу, может быть, вы помните, пару лет назад, с чего, собственно, все начиналось, с чего подтянулось вообще все движение, и много чего подтянулось, я считаю, что с того форума все и началось, я так думаю. Ну, было много веток, но это одна из них. И я хорошо помню вот эти организационные моменты, действительно, простыня спонсоров, она может быть за самые... Как это, мелкотравчатые вещи, это может быть очень разные компании, очень разные истории. Это с одной стороны, да, и я правда уверена, что найти спонсоров на такое движение будет несложно. Но у нас еще есть ассоциация, я смею напомнить, есть структура, которая абсолютно для Фантой заточена. Если вы помните все название ассоциации, то оно не только про робототехнику. Мы были в Драгичине, и там даже председатель Рейф Полкова выучила название ассоциации, это большое, я не могу до сих пор, но там про высокие технологии и ассоциации по задействию развития образования в области точных наук и высоких технологий. Вот точных наук я бы туда еще, наверное, забыла. Но мы сейчас, пока тут заключение было, мы с Сашей Павловичем переписывались как раз по этому поводу. Пока заключается. И Саша, в общем-то, Хомич, директор ассоциации, говорит о том, что они сейчас, ассоциация сейчас готова брать человека на работу, заниматься наукой. Там, они развивают робототехнику, у них для этого есть там отдельная экспертиза, они занимаются IT-штукой, там, ну, это отдельная экспертиза. И я хочу, как это, не то чтобы Саша сильно там санкционировал мой месседж, но я уверена, что он сейчас будет говорить о том, что вынесет это на поверхность, о том, что открывается вакансия. Нужен человек, который будет заниматься наукой. Вы знаете, что есть 20 STEM-центров, а задача KPI у STEM-центров это не про робототехнику и не освоить конструкторы. Это в следующем году выйти на STEM-проекты. И кто-то должен курировать и эту работу. И мне кажется, я ни в коем случае не хочу обесценить опыт поездок в Прагу или в Португалию, это очень клево. И мы с Ирой сейчас переглядываем, вспоминая свою поездку в Штаты в прошлом году с этой же темой. Давайте сделаем неформальный фестиваль науки. Ну, какой? Абсолютно неформальный, да, вот это тоже вот, с Мариной. Говорили про то, что фестиваль должен быть неформальный, где не показушный, да, вот не, где можно было, там, не знаю, будет 20 человек, будет 12 человек желающих, не знаю, под каким-нибудь хэштегом сумасшедшую учитель, да, там, магистр магии, да, и физики одновременно, показать это. Все дело в том, что
фестиваль. Давай, его можно как бы присовокупиться туда, наверное, если правильно поговорить с организаторами. Но мне все-таки кажется, что должна быть абсолютно отдельная учительская секция. Потому что все-таки у нас есть там КТП, определенные там, да, ну в общем, есть какие-то требования форматные, может быть не формальные, но форматные. И мне кажется, что интересно вот в этих рамках, оборотах. Потому что когда мы делаем ну, фестиваль науки и я должна сказать, что то, что вы говорите, это соль земли, это хорошо, но уже до начала мероприятия у нас в зале вот присутствуют представители Минской, так сказать, области, я сейчас к Татьяне обращаюсь, она прям сразу сказала, так, надо уже делать в области такой фестиваль, понимаете, то есть мы еще вот это все два часа не разговаривали, а люди уже хотят, поэтому мысль пошла, в какой форме она в итоге родится, я думаю, что родится, по крайней мере, мы попросим всех желающих в этом поучаствовать. Вот на таких стикерах мы хотим сделать, ну, как маленький флешмоб, да, написать, я сейчас буду раздавать, пока Анжелика рассказывает подробности, написать свое фамилию, имя, отчество, какой вы предмет или какую компанию представляете, и ваш e-mail, телефон, как с вами связаться. Давайте вот прямо сейчас и начнем. А в каком формате получится, как сказала Валентина, прекрасно. Как нам только что предложили из области. Извините. Пусть будет пока что белый лист, но мы будем выходить из этой аудитории с кушами, с ними оставляя кусочек себя, ну, в виде такого пока. Проведите фестиваль, поехать каждый раз. В 2020 году я знаю, что это стартует, и это будет. Анжелик, давай поаплодируем, вот пусть будет. У нас сейчас блок ответы и вопросы, да? Да, да. У нас сегодня все. Мы успели супер доложить то время, которое мы отводили. У нас остается блок вопросов по ответам и общая фотография по традиции. Катя, пожалуйста. На фестивале еще вот мы не сказали один очень важный момент. На фестивале 4 дней всегда один день открытых дверей. Это когда любой человек поэтому можно организовать группу педагогов из Белоруссии и приехать очень большим составом на день открытых дверей. И вы один день с утра до вечера будете ходить везде, где тоже вы хотите. Мы уже тоже об этом думали, что конкурс это одно, это бесплатно, но мы можем за какие-то небольшие деньги сплачиваться. Да, на Короля вот этот центр, который... Да, 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 это можно организовать автобусом, доехать, и где-то посетить еще несколько учреждений, посмотреть. То есть, ну, это дело дальше. Будущего. Катя, вот вопрос хотела задать. Я многих знаю по имени, извините, видимо, я, в отличие от Оли, очень люблю общаться с людьми. Я тоже люблю, но боюсь. С мира по нитке идеи наберем, глядишь, уже и проблему решим к вечеру. Там только предметные секции, ничего такого нет. Да,
очень лояльны. Ну, там требования участия в любом случае, как бы. А вот почему бы как одно из требований вместо того, что там, ну, свой какой-то момент такой. Ну, то есть, просто речь, наверное, идет о том, что невозможно записаться на рождественский фестиваль. К проведению или к участию? Понимаете, к участию, да. Вернее, не к проведению, да, к проведению своего мастер-класса. Я знаю, что... И что ты уже можешь проводить что-то, показывать. В этом году с собой не иметь материал. И в прошлом году и в том году же тоже. Да. Только с материалом? Да, да. С готовым чем. С готовым чем. А смотреть нельзя? Вот в этом, а кого не выбрали, тот смотрел. Что? Кого не выбрали, тот смотрел. Выбрали только 3 проекта, то есть голосовали. Были стикеры, раздавали всем. Голосовали за проекты. Обязательно требование при регистрации наличия металлического продукта. Вот начнут эти формулировки, или будет никакого фестиваля. Я сейчас сижу, мне устаю, простите, загрузки. Надо делать просто. А сам формат такой классный. Так, Анжелика, подумаем. Предложения поступают, обсуждаем. Хорошо. Коллеги, еще есть вопросы, предложения. Ну, я поняла, что тема-то... Какие вопросы еще? Хорошие.